Всем привет! Сегодня будем делать теплые полы своими руками. И в этом видео я расскажу вам о том, как можно сделать систему теплого пола своими руками. Все модульное, все собирается достаточно быстро, легко и просто. Для этого сначала нужны перчатки для защиты рук. Сразу будем устанавливать коллекторный шкаф. Коллекторный шкаф не обязателен, но он не такой дорогой, где-то 1500-2000. С ним установка намного интересней, проще, и выглядит потом все очень эстетично, красиво. Так, крепежные рейки выставляем на нужную нам длину. У нас будет коллектор, на 5 выходов. Единственное, что у нас подача снизу, а обратка сверху. У нас есть смесительный модуль Italian Technology. Внизу подача, а обратка почему-то наверху. Но с этим насосным модулем такого делать нельзя. То есть зачеркнуто. Правильно делать, чтобы подача была сверху. И, кстати, это самый правильный вариант. Что для этого нужно? Снимаем крепежи. А теперь просто меняем их местами. На систему теплого пола обычно берутся коллектора с расходомерами. Вот они здесь указаны. Это такие колбочки прозрачные с красной крышкой, служат для того, чтобы если много контуров и видно не получается сделать их приблизительно одинаковыми, один контур 45, другой 50, какой-то 20 3 37, необходимо видеть, куда пойдет теплоноситель, и как раз расходомер прекрасно с этим делом справляется. Но если у нас всего 5 выходов, и в принципе я так просчитал, что у нас будут одинаковые контуры теплого пола, приблизительно все будут по 45-50 метров, то этого просто нет необходимости. Во-первых, она дороже, во-вторых, все-таки я стал замечать, что после 2 лет все немножко забивается, если нет хорошей водоподготовки, конечно. Так, все, после того, как мы поменяли местами, нужно теперь будет закрепить. Получается, на больших коллекторах есть еще дополнительные ушки, куда мы будем цеплять. Здесь его, к сожалению, нет. Значит, мы выкручиваем то, что имеется. Гаечки здесь идут ключиком на 10. Освобождаем. Перед тем, как крепить их на посадочные места, мы берем наш модуль подмеса и выкручиваем гаечки, так называемые американки. Американка — это вообще разъемное соединение. Вкручиваем наш коллектор. Когда идет уже туго, я использую такой вот газовичок из автомобильного набора Jonas Way. Чем интересно собирать эти коллектора? Они все уже идут с уплотнительными резинками. Получается как конструктор. Это отсюда было. Вкручиваешь на обратку, вкручиваешь на подачу, затягиваешь до упора. Ну, нет смысла перетягивать. После этого устанавливаем основную часть. Одни шайбочки остаются внутри.
пока не затягиваем до конца. Так, вставляем модуль. Все очень удобно разъезжается, собирается, удлиняется, все как нам нужно. Тут у нас получается подача пошла обратка. Для этого используем паечные специальные американки с накидной гайкой. Их можно сразу накрутить, чтобы знать, где не потерять их. Резинка. Всегда лучше это проверять сразу. А не тогда, когда все подключим, запустим и что-то потечет. Так, есть. Теперь нам нужно установить насос. И все, порядок. Теперь сюда смотрим на то, как нам нужно установить насос. Тут есть подсказка. Маленькая стрелочка, которая показывает направление теплоносителя. И всегда можно убедиться, глянув в инструкцию. Вот эта стрелочка, вот наша. Устанавливаем. И порядок. Не забываем резиночку. Если ключа маленького уже не хватает, берем побольше. Получается, выставили на двоечку, это больше, чем достаточно для циркуляции. И остается теперь коллектор открытый с правой стороны. Для этого берем тройничок, тоже с резинкой. И закручиваем его туда. Все, порядок. Наверх идет у нас воздухоотводчик. Здесь уже есть один. Но он не будет лишним. В теплый пол поступает много воздуха. Его нужно стравливать. Вниз у нас идет такой замечательный кранчик. Иногда бывает, что мы не можем его закрутить. Нам мешает эта замечательная ручка. Ничего страшного. Просто снимаем ее временно. И пока закручиваем без нее. Понял, что отличие у них только в том, что у одного есть еще дополнительная гаечка, которая закручивает и притягивает его. Понятно. В другом они идентичны. Но раз мы здесь закрутили так, то и здесь закрутим так же. Так, а после того, когда краники на своих местах, можно вернуть на них рычажки. Угу. Чтобы удобно было подключать, можно немножко сдвинуться. Есть контакты всего. Все, теперь можно затягивать сами гаечки. Сравним. Найс. Так, теперь все коллектора ровненькие. Тут порядок. Остается только установить потом сюда термоголовку. Вот сюда вот оно. Вставляется датчик. Сюда она прикручивается. Прикручивается она вместо вот этого регулятора. Можно оставить его, но тогда придется как бы все делать вручную каждый раз. Это будет уже более-менее автоматический вариант. Очень прикольно. Установим сразу, наверное. Чтобы засунуть сюда датчик, вот в это отверстие, необходимо ослабить фиксатор. Вот оно. Надо его немножко выкрутить. Есть. Все, засунули.
и зафиксировали, чтобы он не выпадал. Не нужно сильно, чтобы не травмировать его. О, не выпадает, значит, порядок. Закручиваем так же, как было. Здесь есть небольшой зазорчик. Он показывает, где деление было. Прокручиваем его на пятерку. И тем самым получаем максимальную отдачу тепла. Да, чтобы установить термоголовку, ее нужно, получается, полностью открыть. Тогда гаечка ослабляется, и мы с легкостью ее затягиваем. Теперь можно регулировать легкостью температуру от 20 и даже до 60 градусов. Колпачок мы оставляем на всякий случай. Все закручиваем. И наш коллекторный шкаф готов. Проверка только, заходит ли крышечка. Идеально. Вуаля! А теперь понесли его, я покажу, как его надо устанавливать. Мне все же не нравится, что пульт управления насосом находится возле стенки. Что мы для этого будем делать? Шестигранником выкручиваем эти вот маленькие болтики. У некоторых насосов, таких даже как вилла, их всего два. Здесь четыре. Что говорит о их качестве. Немножко придерживаем. Последний болтик. Так, и теперь перекручиваем его так, как нам надо. А надо нам ровно вот так. Порядок. Встал на свое место, резинки на месте. Накрепляем. Порядок. Возвращаем на место. Угу. Проверка. Нормально. И еще плитка. 10. То есть, как определить, сколько нам нужно оставить, чтобы бетон заходил на где-то посерединку вот этой части. То есть сейчас у нас 5, значит, мы должны поднять еще на 5. Откручиваем для этого вот здесь маленькие болтики. Как еще можно сделать еще проще, если вы вам некому придерживать. Опустить шкаф и выдвинуть на 5 сантиметров будет. Затягиваем. Но затягиваем не так сильно, чтобы можно было ее регулировать. Что я вижу, что здесь как раз нужно опускать. Порядок. Уровень. Порядок. Первый готов.